Здравствуйте, меня зовут Максим Ткачук. Сегодня мы поговорим про такую вещь, как минимализм, да, минималистичный дизайн. Мы вспомним, откуда он пришел, весь дизайн в целом, в какой период 20 века взялся минимализм, куда сейчас это все развивается, чтобы хоть чуть-чуть представлять, куда это будет двигаться дальше. Да? Посмотрим, какие вызовы сегодня стоят перед современным дизайнером, почему почти все дизайнеры делают все плохо, и что делать, чтобы все стало хорошо. Меня зовут Максим, я там чуть-чуть где-то работал и работаю. И вот. Для того, чтобы начать, да, надо не мудрствовать лукаво, как говорил Маслаченко в свое время. Надо пойти в Википедию и прочитать, что же такое минимализм, да, минималистичный дизайн. И оказывается, что это подход в дизайне, в котором для достижения максимальной цели вы должны использовать минимальное количество самых простых элементов. Не просто так взять и использовать, а прийти к этому, да? То есть вы взяли, накидали много чего, а потом взяли, разгребли, осталось только самое малое количество самых простых вещей. Это сделать достаточно сложно. Мы сегодня попытаемся научиться вместе как. Если вспомнить 20 век, да, и то, как развивался дизайн, эта картинка была уже на одном из моих докладов, то давайте быстро пробежим. 20-е годы 20 века – это время, когда нас настигла индустриальная революция, мы смогли продавать вещи не только людям в соседнем доме, но как бы в соседнем городе, смогли достичь такой штуки, как массовое производство. Да? И тогда дизайн был исключительно инструментом в руках маркетинга. Он был, так называемый, да, эпоха цвета и формы. Это, грубо говоря, если на рынке были все черные круглые чашки, то кто-то когда-то пришел и сказал: «Слушай, Семен, а давай сделаем желтую». Он посмотрел и сказал: «Да, и квадратную». Все пришли и говорят: «Слушай, у Семена уже желтая квадратная чашка, у нас у всех черные круглые». И так потихоньку все начали размывать понятие цвета и формы, все чашки стали разноцветные, разноформенные. Потерялось это так называемое конкурентное преимущество, так скажем. Да? После этого у нас наступила Вторая мировая война, было очень мало всего, и появился запрос социальный на большое количество разных вещей, достаточного качества, при малом количестве ресурсов. Так появился минимализм. После этого, значит, у нас ближе к нашему времени, некоторые компании, включая во главе, да, с флагом главным, компания Apple, научились делать так, что, оказывается, дизайн может быть не только главной функцией, важной, а вообще побеждающей. То есть они наступают на педаль газа под названием дизайн и оставляют всех остальных глотать пыль в недоумении, как у них получается сделать такие вещи за такое короткое количество времени. Ну и дизайн потихоньку эволюционирует у нас в нечто, что приближает нас еще и к искусству. То есть если у вас не функциональный предмет, который вы производите, то можно минимализмом даже пренебречь. Например, если это стул, да? Там нечего изобретать по большому счету. Надо сказать, что минимализм в этой табличке свойственен тем, что после цвета и формы это подход к дизайну ознаменовался тем, что, грубо говоря, если у вас была чашка круглая и желтая, то впервые она стала с пользой для пользователя, грубо говоря. Да? Она стала, например, термостойкой, сохранив свою стоимость. Почему минималистичный дизайн? Да? Почему? Откуда он взялся? Можно же было жить без него. Но как-то он появился. У него должны были быть причины. Причина очень банальна. У нас за 50 лет, за первую половину 20 века, так случилось, что у нас две мировые войны и Великая депрессия в Америке. Слишком большой удар экономический по всему миру. У нас разрушенные мощности, да, только потому что когда идет война, очень часто разрушаются как раз заводы и так далее. Старые мощности производственные разрушены. У нас большой голод. Нам надо после войны очень большому количеству людей поставить очень много разных товаров достаточного качества, чтобы никто не был обделен. Да, у нас есть большой социальный запрос на много товаров хорошего или хотя бы какого-нибудь качества. Но если у нас есть потребность, у нас должно быть, мы должны как-то к нему прийти, следовательно, у нас должны быть какие-то влияния на минимализм. Он не просто откуда-то берется, он как и все берется из прошлого, да? Зачастую очень часто практические вещи берутся из искусства, эволюционируют. Искусство всегда идет перед производством. И действительно, на минимализм в большом степени повлияло абстрактное искусство и, как следствие, потом преемник архитектура. После этого мы уже пришли к индастриал дизайну. И социальный запрос, это очень важно. Люди после войны, они сказали: «Ну, ребят, ну честно, ну хватит воевать, дайте нам пожить, дайте нам нормальных вещей, дайте нам нормальных детей расти». Это было тоже очень важной причиной. А если взять абстрактное искусство как причину, то здесь надо отметить
первее всего объединение Дистейл, двух голландских художников, Пит Мондриан и Тео фон Дусбург, и их подход к написанию картин в то время, да, их стиль. Он ознаменовался тем, что они использовали горизонтальные и вертикальные линии, прямоугольные формы. Объекты, которые говорили сами за себя, были примитивных цветов и форм. Синий, красный, желтый. Разделители, которые их разделяли, чтобы объекты между собой не пересекались и были примитивами, должны были быть нейтральные. Белые, серые, черные. Например, вот так. Все когда-то видели что-то подобное на картинках. После этого преемником в практическую, уже не в искусственную сторону, а в практическую, стала архитектура. Особенно это свойственно окончанию школы Баухаус. Людвиг Мис ван дер Рой, последний директор школы Баухаус, один из самых главных авторов в стиле архитектуры модерн. Да? Когда они поставили перед собой задачу сделать модерн, они сказали себе, что это должно быть что-то из ряда вон выходящее, настолько же естественное и понятное каждому, как, например, готика. То есть ты смотришь на объект и говоришь, это готика. Вот точно так же они должны были все смотреть на объект и говорить, это модерн. Это значит, что этот стиль должен был полностью отвечать запросам своего времени и даже его обгонять. Что они сделали? Они выбрали самые модные, самые интересные на тот момент материалы, а именно стекло и полированный металл. У них стояла задача сделать как можно больше пустого пространства. Зачем? Только потому, что это все развернуто в людей. Люди там живут, люди там обитают, свет всегда важен. И у них должен был быть минимальный структурный фреймворк. Это значит, что основа, на которой все это держится, в пропорции со стеклом должна быть минимальной. Объекты должны быть большие, а разделители должны быть маленькие. Это тоже преемственность из абстрактного искусства. Вот Людвиг ван дер Рой, посмотрите, пожалуйста, на картинку, на то, сколько черных пересечений, сколько стекла, пропорцию почувствуйте. И сравните с советской, например, архитектурой, когда на стене множество бетона, какие-то козявочки вставлены в виде окон, да? Давайте посмотрим, окей, были причины, были влияния, но неужели минимализм настолько хардкорный, настолько сильно поглотивший современный мир, неужели он влез в каждую щель, и без него теперь невозможно? Неужели наши мозги просто не успевают за тем, насколько быстро он разросся, и почему это так важно, почему нам важно хотя бы сейчас влиться в понятие минимализма, не его покрывало, да, не красочно, не стилистически, а смыслово. Давайте посмотрим. Современная инженерная мысль, да, consumer electronics, все вещи, которые мы любим так сильно и делаем для них приложения, или так или иначе покупаем их, они служат для нас там хранилищем данных и так далее. Да? iPod, внешний жесткий диск, Lacha, Porsche Design, список компаний слева внизу, которые так или иначе исповедуют минимализм в собственных творениях. Apple просто самый известный, но это не значит, что они одни. Смотрим, программное обеспечение. Мы в последние несколько лет переживали революцию интерфейс-дизайна. Мы приходили, так называемые, многие его называют флэт-дизайнер, как хотите называть. Да? Но минимальное количество интерфейсных объектов все равно выполняют свои функции. Мы избавились от описательных, от разделителей. Мы пытаемся держать только объекты, в лицо показывая пользователя. Это архитектура. Архитектура никуда не делась. Она как дала толчок, так и осталась. Очень мощная школа существует минималистичного дизайна сегодня. Так как архитектура больше связана с искусством, то здесь минимализм является одним из направлений, но все равно занимает почетное место. Это мебель. Мебель никуда не делась тоже, да? Ну, это музыка. Появились стили такие, как IDM, да, и много чего интересного. Минималистичная музыка. И это, по сути, очень много вещей, которые нас окружают. Минимализм влез практически во все. Давайте попытаемся теперь вместе декомпозировать минимализм. Как бы расчленить его и посмотреть, что внутри, как его можно разделить хотя бы на две части. Из чего бы он состоял. И окажется, что он состоит из функционального дизайна. Это как практическая составляющая, как сердцевина минимализма. И стиля. Стиль это как покрывало, как обертка от конфет. Сейчас попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Если взять ту же картинку, то стилистика это первый, четвертый слайд. Да? Это Раймон Луи, 20-е годы, первый мультидисциплинарный дизайнер, человек, который привнес стиль. Ему принадлежат такие вещи, как, например, обратная сторона пачек сигарет. До Раймона Луи все пачки сигарет на обратной стороне были белые.
это рефрейминг бутылки Кока-Колы стеклянной, которой мы пользуемся до сих пор, тоже его рук принадлежит. И Филипп Старк, да, известные вещи Филиппа Старка, так или иначе. Например, если у вас не функциональный объект, вы можете привнести в него стиль, сделать из этого даже в некотором смысле икону, предмет искусства. Можно. И сюда мы теперь в стиль добавляем Apple. Почему? Ну как вам сказать почему? Ну вот почему. Особенно вот эта картинка хороша. У Джонни Айва появился живот. И Лагерфельд. И Ньюсон. Давайте теперь мы забудем про фэшн, так на самом деле он не является главной частью, он является покрывалом. И заглянем в сердце, да, функционального дизайна. Функциональный, в сердце минимализма. Идем опять в Википедию, опять далеко не ходим. И оказывается, что если дать определение функциональному дизайну, окажется, что функциональный дизайн — это подход к дизайну, соответствуя которому вы должны создавать вещи, отталкиваясь от того, как они будут использоваться. Представляете? То есть кто-то когда-то дал такое определение. Что они делали до этого, я вообще понять не могу. Оказывается. То есть давайте разберем функциональный дизайн на какие-то штучки, которые нам помогут его потом собрав, понять. Прежде всего, функция диктует форму. Очень важно. Форма подчиняется функции, которая делает объект. Ни в коем случае не наоборот. Форма диктует цвет. Это значит, что если вы взяли в руки кисточку и начали что-то красить, вы уже сдались на уровне формы. Вы уже начали его раскрашивать. Отбросьте кисточку, вернитесь на уровень формы, посмотрите, как форма может еще лучше описать функцию. Давайте посмотрим на примерах, чтобы было понятнее. Вот это очень хороший пример того, как форма подчинилась функции. Как цвет отсюда принципиально убран. Он добавлен в дерево, в ручку, так как ручка является активным элементом, его надо брать и что-то понять. Вот еще лучше. Компания Витсоя, пожизненная франшиза Дитера Рамса. Модульная мебель, аналогов которой до сих пор нет в мире, сделана в 60-е и 70-е. Выхолощенный цвет, минимальные структурные фреймворы, которые на себе держат большое количество пространства. Почему нету цвета? Ну только потому, что объекты, которые будут поставлены в эти полочки, и сами будут цветом, правда? Что-нибудь типа такого. Похоже, да, на абстрактное искусство? Теперь давайте перейдем на цвет. То есть цвет это, если вы берете в руки цвет, это значит, что вы вдаетесь во все тяжкие. Это значит, что у вас нет аргументов дальше. Это значит, что вы как бы закатываете. Да? Apple, например, закатывает iPhone. Да? Этой презентации год мы еще не знали, зачем они закатывают, зачем они с iPhone снимают корону и освобождают это под какой-то новый продукт. Теперь мы уже знаем, под какой-то же. Да? Но если кто-то может сейчас придумать такое. Придет Apple, и следующий iPhone будет, они скажут, не-не, пацаны, забыли, никаких цветов, опять черный и белый. Верите в это? Нет, скорее, не, да, они уже и диагонали даже увеличили, они пошли во все тяжкие, разносить iPhone как хотят. Apple говорит, мы вам сделали очень много цветов, это значит, что мы не вернемся в черно-белую парадигму больше никогда. Если вы нам не верите, то мы вам еще чехлов напипячим, чтобы вы успокоились. Да? Далее. Удобство использования всегда прежде простоты формы. Здесь очень много дизайнеров ошибаются и рисуют простые вещи, красивые, они выглядят хорошо, но это неудобно. Они думают, что минимализм – это упрощение вида и упрощение функции. Но не от вас зависит, будет это так или так. Так или так. Так или так. От вас зависит, чтобы мозги были, да? Что там, надо очень сильно думать и сделать это удобным. А будет это сложная задача или не такая сложная, не от вас зачастую зависит. Negative space, то есть как белое пространство, свободное пространство. Очень интересная штука. Мой учитель Херакльош Любомирский, поляк, он говорил, don't be afraid of white space. Я 3 года его не понимал. Зачем? Что значит не бояться пустого пространства? Оно ж есть, его надо забить. Ну, особенно, когда ты там делаешь портал, у тебя очень много информации, у тебя сложно нагруженная система. Как бы, ну там они скроллят, они не доскраливают, надо же забить что-то. Он всегда говорит, don't be afraid.
Что такое свободное пространство? Свободное пространство – это то, что определяет объект. Черная точка здесь выглядит акцентированно не потому, что она черная или она такого размера. Нет. Белое пространство вокруг черной точки определило ее. Точно так же, если сделать вот так, черное пространство вокруг белой точки определит ее. Сетка. Про сетку много сказано, много будет сказано. Если хотите, пойдете к Паше Колодяжному, у него там мастер-класс на 2 дня есть. Вот. Это порядок. Это язык общения между объектами. Это их взаимопонимание между собой. Это шаг, это темп, это дыхание. То есть, если существуют 2 точки, это не я, вот там у тебя ссылка. 2 точки в пространстве, то без сетки они просто никак не связаны. Сетка это начинает приобретать какой-то смысл. Вы можете сказать, как они зависят друг от друга. Их отношения между собой. Вот это Манхэттен. Представьте, если бы не было сетки, во что бы это все превратилось в мире? Сетка – это порядок и это правило игры. Исключение из сетки должно быть обосновано, не наоборот. Как? Становится вопрос, как? Вот это все, конечно, красиво, все умно, но дайте хоть один пример. Покажите нам хоть на одном примере, как это получается. В минимализме есть ряд упражнений. К сожалению, сегодня мы не будем, мы их не затронем, у нас будет бумажное прототипирование, но один мы можем сегодня озвучить. Это называется вычитание. Что такое вычитание? Это значит, что вы должны отбросить цвет, как мы говорили, взять форму, взять функцию и посмотреть, как вы можете уменьшить форму, пока функция будет работать. Давайте попробуем на примере. У нас, вот это очень важный пример, я попрошу вас здесь поучаствовать и сразу оговорить, не надо искать идеальное решение. Мы сейчас вместе попытаемся научиться вычитать. Видите, здесь двери, сфотографированы с 2 разных сторон. Слева двери, когда вы находитесь внутри магазина. Справа двери, когда вы находитесь снаружи. Если вы присмотритесь, то двери, которые снаружи, они такие были изначально. А двери, которые изнутри, этикеточка Push была приклеена позже, так как на ней нет черного бордера, она другого металла сделана, она сделана позже. Оно и понятно, так как есть ручка, и ты выходишь из магазина, ты находишься внутри и выходишь, очень многие тянули на себя. Очень многие ручку тянули на себя, и они придумали приклеить Push, мол, ты что, тупой, толкай. Да? Яркий пример, когда у нас было 3 элемента, именно ручки, ручки и надпись Pull. И дизайнер решил, с помощью дизайн-инструмента, решил улучшить общую систему добавлением элемента под названием push. Давайте пойдем от обратного. Все дизайнеры практически всегда добавляют что-то, чтобы стало понятнее. Давайте попробуем наоборот. Давайте логически, имея 4 элемента, ручки, ручки, push и pull, логически от самого очевидного начнем выкидывать. Что можно выкинуть? Какие? Аллилуйя. Следующий. Вот у нас нет уже ружек. Что еще можно выкинуть? Правильно, пуш. А что еще можно выкинуть? Молодцы. Смотрите, мы оставили 1. Вместо добавления 1 мы выкинули 2. Вместо 4 у нас 1. Это не значит, что вы не можете использовать цвет. Это значит, что вы сначала должны скосить функцию до кости. Понять, как функция отрабатывает себя с минимальным количеством формы. А потом можете взять кисточку и покрасить таки в розовые эти ручки. Чтобы было понятно, что это активный элемент. Можете сделать с ними все, что угодно. Цвет акцентирует. Но потом, никогда не беритесь за цвет сразу. Хорошо, давайте закрепим. Функция диктует форму. Форма полностью подчиняется функции. Форма диктует цвет. Цвет подчиняется форме. Цвет акцентирует весь смысл, добавляя в финал. Удобство использования всегда превыше простоты формы. Форма может быть непростой, как в примере с Боингом, но это не значит, что это не должно быть, черт возьми, удобно. Это ваша работа, между прочим, да, вы за это деньги получаете. Свободное пространство, оно акцентирует объекты. Именно поэтому его не стоит бояться. Там, где вам надо дать акцент, это один из лучших ваших инструментов. Сетка – это правило и это порядок. Сетка должна быть правилом, если из нее что-то исключать, оно должно быть обосновано. Как это делать?
один из инструментов, можно сказать, самый главный, это вычитание. Это все наоборот. В следующий раз, когда вы, грубо говоря, сидите в фотошопе, не хватайтесь что-то добавлять. Посмотрите, что можно выбросить. Ах да. Есть тут одно еще. Чуть-чуть слов. Чуть-чуть слов про украинских, и так как я иногда выступаю в России, русских дизайнеров. Уникальные люди. Нам не повезло, у нас нет дизайн-образования на государственном уровне, и даже на частном. Все эти хлипкие попытки ребят там, из британской школы дизайна в Москве и так далее, что-то сделать, разбиваются про то, что они учат какому-то очень широкому, абстрактному, медийному дизайну. То есть они делают из вас не дизайнеров, а творцов. Вот эта картинка я очень люблю, она четко характеризует всех нас, я такой же. Мы буквально хотим научиться ездить без рук, но делаем это очень буквально. Ездить без рук на велосипеде. Цифры полезли. Красота. Без рук же. Я же говорил, да. Вот это X на винде. А на маке сохранял, понимаешь? Да ладно! Вот. Когда есть дизайн образования, обычно все идет по вертикали, сверху вниз. Ты сначала начинаешь дуплить теорию, чтобы понять, как это, почему это, да, и вообще. Ну, то есть, это ты как бы читаешь жижу, предметную область, чтобы понять вообще, на каком языке здесь разговаривать. И потом, как лейка, как воронка, ты начинаешь из большей абстракции в меньшую приходить. Узнать информационную архитектуру, в интеракшн дизайн входят в частности, всякие когнитивные информации, да, антрополитрические свойства человека, значит, какие у него реакции, как это связано с типом программного обеспечения, которое вы разрабатываете в частности. И потом только интерфейс, дизайн, потом только, смотрите, где visual дизайн находите, видите? Вот. Модные visual дизайнеры, на самом деле, это так себе дизайнеры, они не тем занимаются. И потом внизу всегда development, да, в идеале очень хотелось бы, чтобы мы его знали, но оценки говорят, что в среднем, да, development даже на Западе очень внизу, его хорошо знать, хотя бы базу для того, чтобы иметь общий язык с тем, как это дальше будет имплементироваться. У них своя проблема. У нас же все совсем по-другому. Так как у нас нет прямого дизайна образования в постсоветское время, да, в постсоветском пространстве, то функцию дизайнера пытаются войти люди, которые на первой руке дизайна, из дисциплин, которые непосредственно рядом. С одной стороны, это front-end development, с другой стороны, это реклама, иллюстрация, visual design, все, что связано с дизайнером. Да? То есть один говорит, ну я же дизайнер, меня всю жизнь называли дизайнером. Я столько всего перерисовал, что я дизайнер. Поэтому что мне этот ваш интерфейс, слово придумали? И он думает, что он UI-дизайнер, как минимум. А второй говорит, да я наверстал, знаете сколько? Ну, я могу дивами блевать. Да? То есть я возьму, как вот этот нарисовал, клепаю, зато у вас будет в фотошопе, а у меня уже готово, я потестировать смогу. Вот. И они потихонечку начинают, значит, с visual дизайна пацаны приходят. И даже более-менее у нас получается делать интерфейс дизайн. Почти все научились уже потихонечку, благодаря, да, там, такому количеству PSD-шек с китами любой оси, что теперь просто, ну я не знаю, то есть это как 6 из 48, знаете, вот паттерн выбери, бандита дерни, и такие, попал. Многие могут собирать вообще несложно стало. Но потом начинаются проблемы. Очень многие на этом останавливаются. Все дизайнеры говорят, ну я UI-дизайнер, между прочим. И это как штанга. Вот стоит штанга после UI-дизайна, некоторые, 90-50%, они вообще не подходят к штанге, говорят, я манал тягать железо. Вот. Некоторые берут, значит, эту штангу, говорят, так, interaction design, и даже там, опа, и стоит с ней. И тогда ему приходят и говорят, а что ты дальше? Он говорит, во-первых, я не UI-дизайнер, я interaction дизайнер. Я в LinkedIn, значит, поставил IXD, у меня плюс 500 баксов к зарплате, и у меня жена, машина и ипотека. Ну и как бы хватит. Кто-то пытается оттянуть дальше, выходит на уровень информационной архитектуры, тем самым, да, вверх лейки, заползать.
И потом туда, может быть, кто-то когда-то начинает читать дизайн-чуй. Для того, чтобы это все перевернуть и склеить, чтобы у вас все было нормально, надо идти вот так вот, сверху вниз. Надо остановиться, где вы были, в любом месте. И начать с дизайн-теории. Она очень простая, две книги. 7-8 туалета часов, там немного. И потом сверху вниз, опа, и дом прорыли, короче, до места, где вы сейчас. По большому счету все, да? По большому счету все. Я не вижу проблем с этим, но, ну как этого достичь? Я вижу проблему с тем, что сейчас не достигаются, поэтому я попытался как-то это скомпоновать. Вот яркая картинка, да, она мне тоже очень нравится. О том... Мир не идеальный, исправительный. Что, функциональный дизайн? Да, да, цвет добавили очень хорошо. Ты же видишь, как это сделано? То есть это был кусок резины, на него наклеили образ, а потом в каком-то месте в машину подали и там заклепку поставили. Это не функциональный дизайн как раз, это наоборот, это плохо видно. Цвет наносится в конце, когда клепка поставлена, если бы это технологически можно было сделать. Я думаю, что мы заканчиваем даже чуть-чуть раньше, да? Оставим времени чуть-чуть на вопросы, если они есть. Дадим вам больше времени на кофе, и кто желает, сегодня дальше будет продолжаться быстрое бумажное прототипирование. Я буду ходить по командам, очень громко матюкаться, и покажу вам, что от начала до первого пользовательского тестирования может пройти около получаса, а не 14 дней, правда? Я ищу человека вот такого, может быть двух. Спасибо. А ну назад? Нет. Тебя не ищу. Все, на этом все. Я могу отвечать на вопросы. Спасибо. Макс, ты проанонсировал 7-8 туалета часов на две книжки, но так книжки и не назвал. Их больше, чем две, но читать надо две. Давай. Выбирать можно. Я всегда пытаюсь это разделить на полутеорию и полупрактику. Это типа низкий уровень, типа сам теоретический, да, но... То есть там... уровень дизайн-теории, но оно такое, половинчатое. Нормально. Это Дон Норман, дизайн ежедневных вещей, или как по-английски, design of everyday things. Это Стив Круг, не заставляйте меня думать, don't make me think. Это... Ну... Пусть будут эти две. Эти две. Слушай, мне нравятся, они у меня уже скачены. Надо не скачать, скачем. Я абонемент в спортзал купил, знаешь? Что еще? Есть еще книжки из практики. Ну, из практики я у тебя потом. Людям, вот видишь, люди не могут записать. Или ты всем расскажешь. Книжки из практики. Да, из практики это Джесси Джеймс Гарретт, Elements of User Experience, раз. Якоб Нильсен, Mobile Usability, просто роскошная книжка, два. Яша пишет крайне редко, раз в 6 лет. Яша в прошлом году написал роскошную книжку, все прочитайте, пожалуйста. Он там дает мобил, Mobile Usability, но он это так смачно впаивается в смеси с таблеткой, с десктопом, на все. Рассказывает, что на самом деле является адаптивкой, на самом деле является респонсивом. Чтобы многие же не знают, что такое респонсив на самом деле. Вот. Крайне рекомендую.